Первое, что я вспоминаю, у моей семьи был настоящий минивен ужаса. С ним мы переезжали из города в город, пытаясь сделать так, чтобы люди испытывали новое для них чувство ужаса или даже кошмара. Я не очень любила путешествовать, но спустя некоторое время я и к этому привыкла. Мой отец постоянно занимался доработкой и изобретением новых ужастиков, ловушек, которые были с каждым разом все страшнее и страшнее. Угадайте, на ком он их испытывал? Угадали? На мне. Нет! Нет! Мне кажется, что это пошло мне только на пользу. Я хочу сказать, что мне приходилось со страхом пробираться на кухню, чтобы поужинать или остерегаться ловушек, пытаясь пройти к себе в комнату. К 5 годам я была бесстрашной девочкой, благодаря усилиям моего отца. Он все время что-то придумывал, но так и не останавливался на достигнутом. Моей маме от этого было не по себе, поэтому она развелась с ним, когда мне исполнилось 6 лет. Я никогда не могла понять, какое чувство испытывают люди в такие праздники, как Хэллоуин. Я не боялась горячей воды, которой ошпаривалась. Мне кажется, что все связано с психологией. Ну и как это сделать? Это было здорово! Я о клубе исследования ужасов. В этом участвовал весь совет. Это единогласное решение. Мы должны быть уверены в победе. Всем привет! Это было здорово! Скажи, а зачем ты слушала выступление Эрики? Мне это было не нужно, просто надо было кое-чем поделиться. Смотри. Надо же, это приглашение был блиц. Как ты его достала? Выиграла. Здорово. У меня даже 100-го раза не получилось. Да, если нам удастся пройти через весь участок. Не бойтесь, я вам помогу. Конечно же, я пойду с вами. А как ты, Эрика? Наверное, я не пойду. Слишком не похоже на правду. Но почему? Ты же сама говорила в своем выступлении, как надо преодолевать свой страх и справляться с трудностями. Давай проверим твою теорию. Да, такое впечатление, что мы супергерои или еще что-то в этом духе. Нет, ничего подобного. Это просто дом ужасов. Там же все не настоящее. Охрана и выстрелы. Поэтому мне и кажется все странным. Как только можно выиграть в таком месте целых 100 миллионов долларов? Кто знает, может там такое творится, что никто не доходит до конца. Иди домой и посмотри, насколько больше ужасов творится в желтой прессе. Все-таки в этом что-то есть. И я совсем не прочь попробовать. Я согласна с ним. Я в этом сомневаюсь. Я не пойду. Правда? Имеешь что-то против? Ты уверена? Да, я уже сказала. Ладно, тогда ждите, Ваше Величество, когда мы придем и принесем целых 100 миллионов долларов. Тогда ты пожалеешь. Я хочу, чтобы вы остались живы. Я просто наберусь мужества, и меня никакой страх не возьмет. О, надо же, тогда ладно. Увидимся позже, Эрика. Пойдем. Извините, вы не видели вчера здесь 3 студентов? Они имели специальное приглашение. Что? Не.
человек. Thank you.
Снова играете в эту игру. Ничего нельзя предугадать. Ни поражение, ни победу. Но вы не умрете, пока не исполнится ваша мечта. То же самое относится и к Джимми, и к его отцу, и также к остальным людям. Он сказал, что в подвале была потайная комната для тренировок, где они оттачивали свои боевые навыки. Поэтому они рассчитывали победить.
Дело было не только в кристаллах. До того, как Джимми и его отец вышли наверх, они спускались вниз несколько раз. Наверху подростки баловались с огнем, превращая это место в ярость, которую вскоре нельзя было удержать. Гостиница, как и Джимми, сгорела за минуту. Мистер Банквелл обгорел так, что стал сумасшедшим чудовищем. Он не был похож на известных монстров. Он хотел не испугать, он желал мести. Он хотел найти детей и убить их с помощью факела. Хотя для Бэнкбола этого не было бы достаточно. Он не мог справиться со своими воспоминаниями и чувствами. Он засел в укрытие.
Thank you.
Ha 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 ha